Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре Opel Corsa 2008 года выпуска в таком красивом серебристом цвете. Автомобиль оснащен двигателем 1,4 литра на механике, у него небольшой пробег и отличное состояние. Салон автомобиля также в идеальном состоянии, чистый, опрятный, достаточно просторный для такой маленькой машинки. В передней части автомобиля у нас также достаточно много места, несмотря на то, что сиденье еще не до конца отодвинуто назад. Салон также в идеальном состоянии, как спереди, так и сзади. Дверные карты все как новые, сиденья чистые, не просиженные, без потертостей. Кожаный мультируль. Все кнопки как новые. Автомобиль у нас в люксовой комплектации, имеется штатный мультимедиа с таким вот экраном. Обогрев передних сидений, обогрев руля, центральный замок, подушки безопасности. Коробка у нас надежная, пятиступенчатая механика, кожаный мультируль, два стеклоподъемника, электрозеркала с обогревом. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Пробег по приборной панели составляет 109 тысяч километров. А если вас заинтересовал этот компактный, надежный, красивый автомобиль, приезжайте к нам в автосалон столица. Он находится на Песочной 48. Записывайтесь на тест-драйв. Всю информацию по автомобилю вы можете найти в объявлении. Также у нас можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин, кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.